В августе только 3 дня были без дождя, сообщают сотрудники Омского гидромета. Ливень, который случился накануне вечером, затопил городские улицы. В районе аэропорта выпало 20 миллиметров осадков, что больше декадной нормы. Дождь, ветер и холод – это происки атлантического циклона. Такая погода с температурой воздуха плюс 16-18 продержится до 14 августа. С 15 числа синоптики прогнозируют потепление до 24 градусов. А затем снова понижение температуры и дожди.